Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня у нас очередной влог. И начать этот влог я хотела бы со своего лица, показать вам, в каком состоянии оно мне. Оно очень нравится. Я очень рада, что я начала пить этот препарат. И вот в результате, мне иногда честно не верится, что у меня уже нет прыщей. У меня не было момента, когда у меня на подбородке не было высыпаний. Ну прям, знаете, таких. Вот сейчас смотрю на себя и радуюсь каждый день. И очень, кстати, боюсь, что после того, как я перестану принимать этот препарат, то есть все проблемы обратно вернутся назад. Я надеюсь, что такого не будет. И все будет так же офигенно. Но я просто, знаете, радуюсь, каждый день смотрю на себя и думаю, блин, хоть одна мечта в моей жизни исполнилась. Потому что я комплексовала насчет прыщей, наверное, лет 5. Может, даже больше, кстати. Это был не подростковый период. В 14 лет у меня не было прыщиков. А потом как началось, и началось после чистки. Вот после чистки у меня на подбородке начались, потом сюда перешли. А сейчас вроде немножко следы остались, вот как вы видите, немножечко. Но это уже не прыщи, это следы, которые застойные пятна, как они правильно называются, и они тоже проходят, и с каждым днем становится все светлее и светлее. Притащила корзиночку, это безумно удобно, когда все средства лежат в одном месте. В принципе, у меня в комоде очень много косметики, но там прям надо отбирать, искать средства. Поэтому вот так вот в корзиночке все это дело. И сейчас включу себе какой-то интересный фильм. Точнее, нет, передачу. Я фильмы не смотрю. Здесь у меня пароль. Как вы думаете, какой у меня пароль? Пишите в комментариях. Будет интересно почитать. Вдруг кто-то угадает. Вот я не могу просто краситься. Мне обязательно надо что-то смотреть, а то скучно бывает. Либо чей-то влог, либо какую-то передачу смотрю. Ну, в общем, как всегда. А еще, девочки, этот суслик, он ужасно линяет. Посмотрите на мои колготки. Вчера он так смешно стоял на двух лапках и на протяжении, наверное, где-то получаса смотрел в окно. Я даже поснимала вам немножко и выложила в историю. Я так угорала с него. Он потихоньку становится похожим на человека, только люди не кусаются, Твикс. Люди не играются так, успокойся. Успокойся. Кстати, вчера наводила порядок у себя в шкафу, разложила все это дело аккуратно, джинсы. Здесь у меня всякие маечки, футболочки. Вы знаете, столько всего интересного нашла у себя в шкафу. То, что очень давно не носила, и думаю, блин, что я это не ношу? Классные вещи. И, кстати, когда наводила порядок, нашла вот такую вот рубашку, очень крутую. Я ее заказывала, наверное, лет 5 назад с Алиэкспресс и была в восторге от качества. Правда, она сейчас немножко помятая. Я буду снимать в ней видео, ее практически не будет видно вот так вот. Поэтому гладить неохота, айка ленивая попа. Ну так, в общем и целом, мне кажется, очень крутая рубашка. Не знаю, с какой-то юбочкой или, может, с джинсами. Будет смотреться очень даже стильно. Так что иногда старые вещи не стоит выбрасывать, потому что, возможно, через годы она вам будет нравиться еще больше, чем изначально. Смонтировала для вас видео, и тут читаю комментарии и наткнулась на один интересный коммент. Девушка пишет: не понимаю тебя, под Волком. Ты покупаешь гору косметики, но макияж один и тот же. Вообще, наверное, вы все-таки правы. Не знаю, почему я такой человек. Я не знаю, я покупаю что-то и могу этим даже не пользоваться, но это мне греет как-то душу, и мне становится приятно от того, что это просто есть. Круто! Следующая девушка ей отвечает: да. То же самое и с одеждой. У нее полно вещей, но одевает одно и то же. Да. У меня реально куча всего, и я ношу одно и то же. Не знаю почему.
Просто мне так комфортнее. И просто потому, что написали этот комментарий, я специально на видео буду одевать все вещи, которые у меня есть. Я такое не люблю. Вот я такая, какая я есть. Вот мне нравится носить эту кофточку, не знаю, там, год. Я ее буду носить. Но почему сразу все так реагируют? А ну, девочки, ну вы же тоже так делаете, признайтесь. Дальше. То же самое с аксессуарами. Купила и не носит, хоть бы на мукбанке одевал. Я браслет ношу постоянно, просто сейчас сняла. А так, не знаю, все лежит. Я не знаю, как оправдаться реально. Просто я купила, потому что я это хочу, это все лежит и греет мне душу. Еще, кстати, я сегодня собиралась пойти купить себе несколько помад. Я просто слышала, что там скидочки, увидела в ТикТоке и решила пойти. Но сейчас я думаю, это тоже реально будет просто лежать. Просто куплю и просто будет лежать. В принципе, я уже закончила все свои дела. Какой хулиган, ну как можно тебя не обнимать, мой сладкий? Как можно без тебя жить, а? Скоро тебя будут кастрировать, мой сладкий. Будешь у нас мужик дома, настоящий мужик. В общем, маме понравились сапожки, да, мам? Мама сказала, что они ультрамодные, сверхкрасивые. Сейчас мы посмотрим на ее вкус. Она сказала, что даже ты себе можешь взять такие. Мне реально интересно. Просто хорошая скидка на них. Сколько они стоят, мам? Не скажу. Увидишь при покупке, да? Увидишь в аппликейшене, когда из карты вычли такую-то сумму. Да. У меня мама такой человек, она дешевые вещи не любит. Она любит покупать, не знаю, один раз в год какую-то вещь и потом носить ее долго. Я, например, не такой человек. Мне, кстати, мам в комментариях пишут, что ты покупаешь одежду, ее не носишь. Ты покупаешь, не знаю, аксессуары, ты их не носишь. Ты покупаешь косметику, у тебя все одно и то же. Ты можешь их отругать, чтобы они мне так написали. Я тут почесала, значит, твикс, и я не знала, что против роста шерсти нельзя. Там все начали писать, больная садистка. Ну, правильно пишут, да? Конечно, нельзя. А так я откуда знала? А твиксу и по росту... Давай тебя будем чесать. Нет, ему и по росту тоже не нравится. Ему вообще не нравится, когда его чешут. Ему нравится, когда вот так вот его гладят, и все. Ой, шлетки, посмотри на его губы. Ладно, в общем. Короче, мам, одеваемся, идем. Мне еще потом надо к стоматологу сгонять. Хорошо. Он меня так смотрит, как на больную. Жирный блеск опять на лбу. Надо добавить дозу раку-то. Так, чтобы наверняка. В общем, мы с мамочкой в одинаковых шапочках и в одинаковых масочках, потому что мама мне купила такую же маску, но я ее посеяла, к сожалению, поэтому я теперь в этой маске, а мама как стиляга в черный. Но мам шапки вообще удачные купила, мне кажется, мне нравится, и тепло, и симпатично, и под все самое главное. А вот как раз-таки та самая пара обуви, которая понравилась маме. По мне очень красиво смотрится и очень стильно. Но здесь большой выбор, мне еще понравились вот эти вот, тоже интересно смотрится. И причем все на скидке. Очень выгодно именно в этот сезон покупать. А еще из новой коллекции очень понравилась эта сумка. Мне кажется, она ультрамодная, но просто такой цвет не всегда найдешь с чем сочетать. К сожалению, эта обувь не подошла маме, так как ее размера не было, но мама уговорила меня померить. И тут виднеются мои носочки с лимоном. Я просто не планировала ничего мерить, но смотрится ничего так. На одной ноге у меня мои ботиночки, так скажем, а на другой вот эти вот новые. Еще здесь очень интересные сумочки красивые, которые мне тоже очень понравились. Выбор большой. Вот такая вот реплика Louis Vuitton. Ну, такая достаточно качественная, я вам так скажу. И много вот такой вот весенней обуви разных размеров, разных фасончиков. Я вот года 3 назад чуть не купила себе вот такую вот красоту. А моего размера не было. И потом я что-то забыла про свою эту хотелку. А сейчас, думаю, даже не очень-то и актуально. На каблуках я ничего не беру, как вы заметили. Такие сумки, мне кажется, как-то дешево смотрятся. Но, опять же, это чисто мое мнение. Возможно, вам нравится.
Мы уже дома, купили брокколи, я их просто обожаю. Вот такие вот на рынке взяли, стоили очень дешево, решили взять. Бабушка у нас обожает такой тархун, сразу две взяли. Я предложила ей взять один большой вместо двух маленьких, но она говорит, что тогда газ будет. Что ты ноешь? Тебе сегодня ничего, цветик, семицветик. И здесь грейпфрут такой вот. Люблю его очень. И еще кое-что купила, покажу вам. И сейчас я вам покажу главную покупку. Вы уже поняли, из какого магазина. Еще купила себе в аптеке еще одну дозу. Наркоман купил себе очередную дозу Роаккутана. Вот так вот. Двадцатку беру. Дальше. Раз пакет. Два пакет. И мой презент самой себе. Вообще, изначально эта обувь очень понравилась моей маме. Мы пошли мерить именно для нее. Но, к сожалению, ее размера не было. Были такие, просто 41 размера. Она хотела 40-го. И тут мне мама говорит, хотя бы возьми себе. Это просто шедевр. Это очень крутая обувь. Давайте выну и покажу. Мне они очень понравились. И решила я их тоже взять. Посмотрите, как красиво. Вот. Стоили они изначально 100 манат, но так как сезон уже заканчивается, уже везде скидки. И самое время, девочки, покупать себе что-то на зиму. Получается, изначально их цена была 100 манат, но я со скидкой купила за 60. 100 манат это 4500. Но они крутые, мне кажется, очень сильно будет смотреться на ножке. Специально брала без каблука, у меня мама постоянно ругается, вот все у тебя без каблуков. Вот не люблю, честно. Когда подростком была, старалась все носить с каблуками и быть такой элегантной. Но теперь у меня никакого желания носить обувь с каблуками нету абсолютно. Вот такие вот швы, здесь сочетание замши и кожи. Это эко-кожа, натуральную кожу я не ношу. Так как я люблю животных, сказала Айка и съела котлету из говядины. Вы знаете, самый стрём заключался в том, что я пошла в таких носочках с лимонами. Я просто не собиралась ничего мерить, мы шли чисто купить маме обувь, поэтому я была вот в этом. Обувь, значит, выглядит вот так, но почему-то дома я надела обе пары, и мне кажется, что немножко жмет вот в этой области. Не знаю, возможно, они разойдутся немного. Но сейчас у меня такое ощущение, что слегка немножко жмет. Хотя, возможно, я просто в шерстяных носочках, если в капронках быть, то так сильно сжимать ногу не будет. Ну, ничего, менять не буду, пусть останутся. Я однажды, знаете, купила Уги, потом они, наверное, где-то на 3 размера больше стали, я просто не могла их носить. Я смыла макияж, проскрабировала лицо, сделала масочку. Что только я не сделала со своим лицом, и это ничего снимать не стало. Планировалось, что еще я буду переделывать ногти, но, если честно, время уже 12, и еще сидеть с ногтями 3 часа мне неохота. И завтра у меня очень загруженный день, завтра я иду с ночевкой к Жали. А послезавтра ко мне таки придет эта девушка, которая в прошлом была мужчиной, мы уже с ней договорились. Безумно милая девушка, и, возможно, если вы живете в Азербайджане, не может быть такого, что вы про нее не слышали. Я впервые узнала про нее, мне, по-моему, во втором курсе одногруппница показала фотографии и сказала: «Айка, как ты думаешь, это девушка или парень?» Я так посмотрела, я говорю: ты что, угораешь? Девушка, конечно. И она так повернулась ко мне: а нет, в прошлом это был парень. И я так офигела, если честно. И с тех пор я всегда очень следила за ее жизнью. У нее одно время было куча просто подписчиков, не помню точно сколько, но, наверное, где-то 300 тысяч, это точно. И потом она удалила свой инстаграм, и сейчас у нее вроде не так много подписчиков. Вот, и я подумала, что будет интересно. Вы меня поддержали комментариями, я все это читаю, спасибо вам огромное. Так что ждите на этой неделе, скорее всего, в четверг выйдет видео. И я даже думала, что же такое предложить гости. Долго думала и решила: суши. Идеально, да, мам? Гениально! Для всех суши.
В общем, как-то так. Берегите себя, всех люблю. Пока.